Еще сегодня собрала вот такую вот корзину урожая винограда нашего. Первого. Первый урожай нашего винограда. Ну, это, конечно, уже не считается, это никого не удивишь, они уже нам надоели огурцы. А вот это вот вообще красота, конечно. Так, солнышко. Вот из этого мы будем делать вино. Свое виноградное, натуральное. Вкуснятина будет. Ладно. Мы и так. Ой. Ну да, конечно, надо обязательно вот эту штуку делать. Вау, какая вкуснятина. А это кусочек сала. А ты положи его на мясо, оно жирнее будет. Ну да, ой, сама. Какая прелесть. Это жир-то капает. Это мы в саду. Конец сезона. Конец, закрываем сезон. У меня аж слюна пошла на такой кусочек аппетитный. Аромат непередаваемый. Непередаваемые ассюсения. У нас еще осталась невыкопанная капуста. Сегодня 23-е. И на улице жара. Сколько, Саш, 25, да, сегодня? Да. Все соседи здесь. Красота. Хороших выходных. А нам приятного аппетита.